Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. Кадир загоняет Зейнеп в угол, он настаивает на женитьбе, а у Зихры единственная цель, несмотря даже на глубину своих чувств Гинджо, выяснить, что же произошло с Ханде. Серкан составляет план, он хочет отомстить Надиру. Серкана и Надира ждет крупный разговор, однако выясняется кое-что неожиданное – могила Ханде. Для Шуле это становится потрясением, а Надир делает опасный шаг для того, чтобы спастись от смерти. У него на руках есть важная информация касаемо Ханде, и он использует ее в качестве козыря. А посмотреть 14-ю серию турецкого сериала «Ее имя Зихра» вы сможете уже 26 мая. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!